Друзья, всем привет, с вами Яков. И сегодня мы с вами поговорим о одном важном моменте билдостроения в Diablo 4, который базируется на крафте легендарных предметов. Потому что умение, которое мы выбираем на дереве, когда прокачиваемся, это, конечно же, хорошо. Но с помощью легендарных предметов, а точнее с помощью их свойств, наш герой может стать сильнее, то есть наносить больше урона, а также получать дополнительную защиту. Ну что ж, давайте приступим. Для начала разбираемся с предметами. У нас есть следующие типы предметов. Будем говорить просто. Белые, синие, желтые, легендарные и уникальные. Синие и белые предметы — это, в принципе, мусор. То есть мы их можем или разбирать и получать ресурсы, или же продавать и получать золотые монеты. Уникальные предметы — они и уникальные предметы. С ними мы ничего делать не можем. Они падают редко. Но если упадут, они значительно вас усилят. Если вообще он будет годиться для вашего геймплея. А вот что касается желтых предметов и легендарных предметов, давайте мы это все подробно разберем. Для начала, у нас в игре появляется такой персонаж, как оккультист. И вот этот персонаж будет вашим лучшим другом, когда вы будете формировать свой билд. Итак, что он может делать? Когда мы к нему подходим, он нам предлагает свои услуги в количестве 5 штук. 3 и 4 пока нас не интересуют, потому что они связаны с элементами эндгейм-контента. Нас интересуют 1, 2 и 5 услуги. Для начала начнем с 5. Итак, это наложение чар. Что это такое, очень хорошо знают игроки, которые играют в Diablo 3. То есть мы можем менять, дорогие друзья, свойства предметов. Что касается желтых предметов, то это все просто. Помещаем предмет, выбираем то свойство, которое хотим поменять. Ну и если у нас имеются ресурсы, а это в принципе не проблема, мы это свойство меняем. Но обращаю ваше внимание, что в Diablo 4 свойства будут предоставляться рандомно. И вполне возможно, вам потребуется потратить немаленькое количество попыток, чтобы найти необходимое. И безусловно, все новая и новая попытка будут стоить дороже. По такому же принципу работает смена свойств и в легендарных предметах. За исключением одного момента. Чтобы поменять свойства у легендарного предмета, потребуется еще один ингредиент. Это трава «Злая роза». И вот конкретно эту траву мы можем получить тогда, когда будем фармить эндгейм-контент «Адский натиск». Если вам интересно, можете посмотреть ролик у меня на канале. Я рассказывал, что это такое. Но в любом случае это после релиза. То есть, другими словами, с помощью наложения чар мы можем подготавливать наши предметы для крафта. То есть, если у нас имеется какое-то ненужное свойство, сейчас, безусловно, мы говорим о желтом предмете. Лучше сначала это свойство поменять, а вот уже затем превращать этот желтый предмет в легендарный. Почему, я думаю, понятно. У желтых предметов менять свойства дешевле. Затем давайте обратимся ко второй вкладке. Она называется «Извлечение аспекта». Что это обозначает? Что мы сможем из любого легендарного предмета извлечь легендарное свойство и запечатать его в сущность. Другими словами, это слепок легендарного предмета, ну или же ресурс для крафта. Тут, в принципе, я думаю, пояснять не стоит. Только стоит уточнить один момент, что для вот этих вот аспектов у нас в инвентаре существует отдельная вкладка. Кстати, очень удобно. Ну и затем давайте перенесемся к нашей главной вкладке, это первой. И вот уже с помощью нее мы наши желтые предметы сможем превращать в легендарные. При этом обращаю внимание, что все свойства предмета желтого сохранятся. К нему лишь добавляется легендарное свойство. Как работает, я думаю, вы понимаете. То есть мы помещаем наш желтый предмет, изначально уже подготовленный, в графу аспекта помещаем соответствующий аспект. И хочу тут сделать небольшое уточнение. Не обязательно, если вы легендарное свойство изъяли из головного убора, это не обозначает, что это легендарное свойство вы можете добавить только на шлем. Нет. Это все будет зависеть от легендарных свойств. Потому что некоторые свойства вы можете накинуть как на шлем, как на броню, как на перчатки, ну и так далее. В общем, с предметом разобрались, с легендарным свойством или же аспектом разобрались. Далее платим цену, и что мы обнаружим в итоге? Мы получаем на выходе легендарный предмет, который сохранил свойства желтого предмета, но получил дополнительное легендарное свойство, тем самым превратившись в легендарный предмет. Это первый момент. Второй момент — это мы опять-таки наши желтые предметы можем превращать в легендарные предметы за счет кодекса сил. Ну а в кодексе сил, дорогие друзья, хранятся по сути те же аспекты, то есть те же легендарные свойства. Но их мы можем обнаружить или же разблокировать, когда будем фармить контент игры. Как, например, проходить подземелья. В любом случае, когда вы будете подносить курсор мыши к каждому аспекту, там будет написано, что и где вы должны зафармить. В то же время, если вы будете бродить по санктуарию, будете подбегать к каким-то подземельям, то, наведя курсор мыши на подземелье, вы сможете увидеть, что вы там можете получить.
Одной из таких наград может оказаться именно данный аспект. И когда вы такой аспект нашли, разблокировали, то процедура тоже несложная. Берем желтый предмет, изначально подготовленный, из кодекса сил выбираем нужный аспект, ну и опять-таки заплатив цену, превращаем предмет в легендарный. И тут, дорогие друзья, тоже сделаю небольшое уточнение, что вот в этом кодексе сил будут храниться легендарные свойства, которые будут иметь меньшую эффективность, нежели свойства, которые мы извлечем из легендарных предметов. Так что этот момент имейте в виду. Но согласитесь, лучше же хоть какое-то легендарное свойство, чем никакого. И вот так, превращая обычные предметы, ну точнее, как обычные, желтые предметы в легендарные, вы своего персонажа можете усиливать. И с помощью некоторых легендарных свойств многие билды могут заиграть другими красками. Ну еще один момент, который стоит отметить, это то, что у скрафченных легендарных предметов легендарный аспект мы извлечь уже не сможем. Так что это имейте в виду. Как-то так. Ну что ж, нравится ли вам такой вариант формирования билдов или же нет? Был ли для вас этот ролик полезен или же нет? Что-нибудь напишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи в фарме контента. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.